друзья, всем доброго времени суток. В общем, мы сегодня решили немножечко снять видео. Оно будет коротким, я думаю, потому что мы пришли сюда ради проверки. Мы были днем, гуляли. Здесь, короче говоря, такая роща, небольшой лесок в черте города. Недалеко от этой рощи здесь были дома, жилые дома двухэтажные. Не так давно людей расселили и их забросили, эти дома. И вот мы гуляли мимо этих домов в этой роще и увидели могильный крест. Хотя здесь поблизости нет ни одного кладбища. А еще здесь есть один мистический туннель. Я думаю, мы постараемся его найти в этой кромешной темноте. Почему он мистический, мы расскажем позже, когда попадем в этот тоннель. Ну что, пойдемте вместе с нами? Немногим позже мы познакомились с одной пожилой жительницей из еще пока оставшихся старых домов, находящихся в аварийном состоянии, которые расположены неподалеку от этой лесопарковой зоны, где и находится тот самый туннель. По ее словам, это место, наверное, одно из самых ужасных и жутких мест в городе. Мало кто об этом знает, да и мало кто вообще о нем слышал. В отличие от местных. Что там только не происходило. Чуть ли не каждую неделю трупы находили. То в самом туннеле, то рядом. Его так и прозвали. Туннель смерти. Так вот. Эта бабушка попросила нас не называть ни имен, ни фамилий. Мы, конечно же, пообещали ей это, и она рассказала нам о нескольких жутких случаях, произошедших там, которые повергли нас в шок. Как оказалось, они строго-настрого запрещали своим детишкам там гулять, но их туда как магнитом тянуло. «Место там такое очень страшное», — сказала она, — и нас предупредила, чтобы мы туда не ходили. Неизвестно, что случиться там может. Послушайте бабушку. Но мы, как вы уже, наверное, догадались, немножко не сдержали обещания данной бабушке не ходить. И чуть-чуть сходили. Ночью. Ну а бабушка все же рассказала нам о самых впечатляющих трех случаях, которые произошли на том месте. Ух ты, что такое? Ух ты, вот только зашли, пошло, посмотри. Вот, друзья, мы приближаемся к этому тоннелю. Что здесь такое? Я расскажу, что здесь такое. Посмотрите. Вот избавляется. Вот только сейчас вот здесь вот я пересекаю. Мы приближаемся к этому тоннелю. У тебя фотоаппарат с собой? С собой. Нужно будет пофоткать обязательно. И упала. Не понимаю, что здесь такое может быть. Упала? И опять поднимается. Ага. Останавливаешься, поднимается. Ага. Лучше не останавливаться в этих местах. Пойдем. Причем не электрополе, а магнитное. Реально к нему пришли. А, точно. Смотрите. Вы слышите какие-то звуки? Кто здесь? Что здесь было? Итак, друзья, мы подошли к тоннелю. Поле, здесь зашкаливает поле, посмотрите. Возле него что даже зашкаливает да? Поле. Я ничего, да, я не понимаю вообще. Смотрите, именно когда мы подходили к нему и вот сейчас посмотрим. Зашкаливает магнитное поле. Вы видите, здесь еще похлеще творится, чем на кладбищах. Видите? Что за фигня-то, я не пойму. Здесь аномалия вообще. Друзья, короче говоря, это место очень страшное на самом деле. Здесь очень много погибало людей. Очень много. Смотрите, здесь даже написано. Жуть какая-то, видите? Вот здесь железная дорога идет. Сейчас поедут поезда. Сейчас, минутку.
здесь очень много было, короче говоря, смертей. Здесь находили много трупов. Их либо убивали, либо они вот здесь попадали под поезд. Короче, в этом тоннеле не так давно, ну, года два тому назад, даже перекрыто здесь все было, потому что криминалисты, короче говоря, вытаскивали отсюда трупы. И не один, не два. Там вот было даже перекрыто лентами этими. И, блин, лежали черные мешки, короче. Вот это я помню. Да. В общем, это жуткое место. Я даже туда боюсь идти, если честно. И поле здесь, да. Ну, потому что здесь аномалия реально вообще. Почему-то говорят, что именно на этом месте у людей теряется рассудок. Люди, ну, просто как пребывают в каком-то, как сказать, в каком-то забытие. Они как бы отключаются. И вот поднимаются на эти железнодорожные пути и идут. И не слышат, как идет на них поезд. Вот это такое место просто ужасное, как вот по рассказам людей, по рассказам местных. Вот что нам рассказала та бабушка. Дело было в советские годы. Наши детвора любили убегать в этот лесок, который находится возле туннеля. Запрещай им, не запрещай, только отвлекся, а они уже там. И вот в один из дней пропал соседский мальчонка, лет 9. Компания, с которой он был, как всегда, ничего не видели. Стали искать. Через несколько часов того же дня нашли повешенным. На дереве по ту сторону туннеля. Жутко было. Никто не верил, что он мог сам это сделать. Но милиция однозначно установила суицид. Еще помню, как в суровые 90-е с парнишкой одним там расправились, братки какие-то. Привезли туда и прям в туннеле сперва избили крепко, а потом застрелили его прямо в голову. Долго еще там кровь на стенах об этом случае напоминала. Смыть-то некому. А тех, кто с ним расправился, даже и не искали. Видимо, бесполезно было. Ну, а еще был такой случай. Мужчина один рассказывал, который жил неподалеку. Мол, пошел я как-то в очередной раз выгуливать собаку. Мы с моим псом и раньше иногда там проходили. Но только в этот раз что-то странное произошло. Идем мы, значит, мимо этого туннеля. И меня резко, будто волной какой-то накрыло. Я словно отключился, но на ногах стою. И вдруг слышу из туннеля голос, то ли женский, то ли детский. Не разобрать было, да я и не старался. А этот голос просил меня подойти, помочь, что никак он или она оттуда выйти не может. И я в каком-то полуобморочном состоянии направился туда, в темный туннель. Была поздняя осень, часа 4 утра, еще не рассвело, лишь фонарик освещал небольшой отрезок пути. И как только я стал подходить к этому туннелю, ко мне подбежал мой пес и стал сильно лаять, при этом пытаясь сбить меня лапами с ног, прыгая на меня. И тут я очнулся, пришел в себя и бегом от этого проклятого места. В общем, не знаю, что бы со мной было, если бы не мой пес. Спас он меня. Вот такая история, сказала женщина и добавила. Ну а сколько здесь людей на железнодорожных путях погибло? Так я вообще молчу. Вот и кто его знает? Может, этот голос их на пути-то и заманивал? Друзья, вы хотите, чтобы мы зашли в этот тоннель? Сейчас, этой ночью. Быстрее ставьте лайки, быстрее. Пойдете вместе с нами. Держите за нас кулачки, хорошо? Мы чувствуем вашу поддержку. Мы чувствуем, что вы с нами, поэтому мы... Поэтому мы идем. Одежда. Вот кто ее знает, откуда она? Может, она с того трупа? Вообще, да? Блин, я не вижу ничего.
Кошмар, друзья, это вообще опять, жесть какая-то. Опять. Посмотрите, вообще нестабильно. Смотрите, что происходит. Зашкал. Блин, у меня руки трясутся, я не могу вообще. Так, давай тихо пройдем. Пусть наши зрители тоже послушают. Может быть, здесь есть какие-то... Посмотри, я не вижу никогда таких показаний. Смотри, это что такое. Блин, за фигня. Ты как себя чувствуешь? У меня руки трясутся. Я еще пока не понимаю. Жесть какая. Короче, друзья. Блин, ты тоже это слышал? Вой какой-то. Вообще, может, собаки, конечно. Короче, друзья, давайте послушаем сейчас тишину. Я там диктофон положу, пойдем. Мне кажется, надо нам здесь положить свет. Давай. Но нам надо отойти. Мы отойдем туда, вглубь. Давай дойдем до конца. Вообще не совпадает. Жуткие вообще. В разных местах разные показания. Сейчас спало вообще. Сейчас опять растет. Вообще не понимаю, что происходит. Вот, друзья, вот здесь валялись эти мешки от в которые трупы упаковывают. Вот здесь они валялись. И весь туннель был перекрыт. Ну, лентами этими. Жесть какая-то. Все по нолям. Короче, давай фоткать. И эту, Тань, давай поставим. Ну давай, ладно. Сюда положи пока. Вообще капец. Доставай, я пока посмотрю. Включился. Короче, друзья. Вообще не спадает. Ага, вообще не спадает. Здесь просто ужас. В общем, я хочу немножко пояснить, что вот такие показания от электролинии, вот которая вот здесь идет, высоковольтная, от нее бы были совсем другие показания. Точнее, вот эти волны, были бы не на ноле, однозначно. Там бы оба поля зашкаливало, а здесь зашкаливает конкретно только магнитные показатели. И вот это очень странно, это аномалия, реальная аномалия, страшная, посмотрите. Вы видели когда-нибудь такие показатели? Магнитник вообще лежит вот. Видите? Магнитник лежит где? Вот наблюдаем. Сейчас проедет полностью, что будет. Он же даже маленько сбил, что ли. В общем, едет поезд, сейчас плохо слышно, я немножко отключусь, потом снова включимся и сделаем запись ЭГФ на диктофоне. Ну и пофоткаем, конечно же. К сожалению, мы сегодня с собой не взяли Kinect-камеру. Я думаю, что мы сюда еще вернемся с Kinect-камерой и посмотрим, что это за аномалия такая, почему так шкалит электромагнитник. Садится батарейка. Батарейка садится. А вот на... Вот мы сейчас только из дома. Мы зарядили. Смотри. Ну что это такое? У нас нормальные. Не было одного деления. Сейчас нет, еще. У нас. Да, нормальные были батарейки. Вот только из дома выходили, проверили. Вот что это. Три фотографии сделали. Ну, короче, здесь что-то неладно. Мы сюда вернемся обязательно с Kinect-камерой. Посмотрим, что здесь такое. Мне кажется, здесь что-то должно показать. Поэтому я думаю, что видео должно быть интересным. Может быть, мы наконец запечатлим что-то такое. А сейчас мы поставим диктофон. Ну и просто постоим с камерой молча. Может быть, вы еще что-то услышите, друзья. Поэтому обязательно пишите в комментариях. Мы очень ждем ваших ответов. Любим вас. Вот, посмотрите.
не спадает вообще. Не спадает, постоянно зашкаливает, постоянно вот такие вот показания. И сейчас опять поднимется, да, смотри? Вот, когда как. Видите, он у нас просто лежит на бетонной этой, ну, плите. Это же не может от бетонной плиты такая фигня быть. От голого бетона точно нет. Ладно, давай поставим. Так, все. Поставишь? Я... Иди там, поставь его где-нибудь. Я думаю, что лучше. Куда его? Ну, на границе. На границе где-нибудь, вот, посередине. Что это было? Это собака, наверное. Я пока посвечу вот так на туннель, и мы молча постоим. А диктофон пусть пишет, и вы слушайте тишину, посмотрим, что можем записать здесь. Я думаю, достаточно. Диктофон надо забирать. Друзья, я не знаю почему, но вот до сих пор. Что там? Да не знаю, тут какие-то шурухи. Может, конечно, мыши всякие. А это мыши, Тань. Мышь. Что-то... Ну да, как-то стрёмно. Может, что-то и не мыши. Учитывая то, что здесь было столько трупов, знаешь, как-то стоять не очень приятно. Да, место такое не очень. Ну, да. Смотри, по нолям. Да? И опять смотри. Ну, я думаю, сюда стоит вернуться с кинокамерой, да? Думаю, что да. Слышала? Что это такое? Ну, я думаю, сюда стоит вернуться с кинокамерой, да? Думаю, что да. Слышала? Что это такое? Думаю, что да. Думаю, что да. Думаю, что да. Думаю, что да. Как будто вот там кто-то то ли кашлянул, то ли что. Ай так отсюда. Все равно у нас сейчас камеры нет самой. Ну что, друзья, а сейчас, пока мы
без камеры, без Kinect, я имею в виду камеры, то прогуляемся чуть подальше, как раз таки вот к тому кресту, о котором мы говорили ранее. Пойдемте. Фух, и снова через этот тоннель. Да уж. Пошли. Нет, серьезно, это вообще жутко здесь. Очень жутко. Здесь место не очень хорошее, а точнее совсем не хорошее. А, блин. Да, будешь фоткать с этой стороны, с фоткой тоже. Я не буду светить. Так. Смотри, полное, смотри. Полное? Посмотрите, друзья, вот уже полное. Я вообще не понимаю, вот, в чем видите, дело-то? Как глючит. То есть там он сел, вообще выключился. Сейчас мы его включаем на этом конце тоннеля, а батарейка уже полная. Вот как так? Да. Дичь какая-то. Сейчас мы с вами пройдем вот туда. Посмотрим. Угу. Кто бы сомневался, что есть. Дай-ка я поближе покажу. Вот посмотрите, друзья, видите, вот батарейка полная. Было, не было одного всего лишь деления. А сейчас вообще полная. Да. А до но этого на было том конце одно. Туннеля, на том конце, вот сейчас мы туда пришли, фотоаппарат вообще вырубился из-за того, что села батарейка. Как такое может быть вообще? Блин, такое может быть только, ну вот когда глючит какая-то техника. То, что какое-то воздействие аномальное. Ну, ладно, все, уходим. В следующий раз, да, если реально место, мне интересно, надо сходить и проверить. Kinect? Да, Kinect. Конечно. Камеры. Да. Пойдем дальше. Все, пойдем дальше. Деревья сломаны. Да, здесь уже все настолько старое, древнее. Опа, что это было? Древние. Место, конечно, вообще. Чё? Точно. Точно. Точно, друзья. Кто смотрел «Ведьму из Блэр»? Да, просто, по-моему, этот фильм снимали именно здесь. Блин, да. Я не знаю, мы туда пройдем дальше вообще. Где кошек? А, не знаю. Какой-то кошек. Там железнодорожные пути. Тань, ты идешь? А, ты фоткаешь? Смотрите, какая жуть. Я вам покажу сейчас. О, вот сюда люди выходят, идут вот по этим путям. И очень часто погибают. И это только одна из причин, почему здесь так фонит.
мы подошли к этим, ну, заброшкам. Так, а где крест? Ты видишь? Нет. Я не вижу. О, погодь, он где-то вот там, по-моему, был. Там. В темноте вообще что-то другое. Ну, блин, да. Вот, кстати, а вот заброшка, да. Да. Ай, тут все заросло. О, там жилой дом. Там нет. Нет, туда нет. Он где-то вот здесь вот был, то нет, этот крест. Только недавно стоял, да. Ну, буквально, когда мы с тобой здесь были? Когда мы были? На прошлой неделе? И крест был, сейчас я его не вижу. Какие-то гаражи отвезли. Да фиг его знает. Тут еще остались хозяева, которые заброшены, так называют. Блин, че мы его днем не сняли? Нет. Сейчас подойдем. Сейчас я вот хочу еще здесь посмотреть. Может, все-таки я точное место не помню, блин. Друзья, вот. Серьезно. Я не вижу. Слушай, хорошо, а кто его увез? Может, ну просто, может, людям, может, неприятно тут рядом ходить. Ну, я думаю, что да, они попросили это все убрать, здесь столько всего было. Ну откуда? Он здесь взялся вообще откуда? Ну, может, кто-то забыл. Слушай, здесь, может быть, кто-то погиб на железной дороге и стоял крест. Вот, наверное, откуда он взялся. А его убрали сейчас. Что там? Ого. 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 Это, наверное, была, знаешь, яма, вот где в гаражах ямы есть. Вот остатки вещей-то, вот они. Да. Пошли к заброшке, подойдем. Нет. О-о-о-о-о-о. Друзья, я, конечно, понимаю, что заброшки это интересно, но они в дичайше аварийном состоянии. Хлеб. Ну, я и говорю. Непонятно. Смотрите, тут просто не зайдешь. Не, зайти можно, но, друзья, честно, здесь опасно очень. Да и что интересного-то в старом доме? Слушай, а может... Нет, вообще нет ничего. Может, в ту пройдем? В той? Подойдем. Пошли? Нет, назад надо. Ну просто реально опасно тут. В любую вообще секунду может все это обрушиться. Сейчас посмотрим. Ну, жесть, конечно. О, да, там состояние, конечно. Ну там все вообще рухнуло. Это же все перекрытия второго этажа. О, друзья, сюда мы не зайдем точно. Обалдеть. Да и делать там нечего. Нет, тут уже давным-давно все. Там просто стены. Вот, да. Ну что? Ну что, друзья? На этом, наверное, закончим. Пока закончим на этом, да, будет продолжение. И думаю, завтра, послезавтра пойдем снимать. Я думаю, что мы обязательно придем к тому тоннелю, принесем, да, с собой Kinect-камеру и проведем еще один эксперимент. Поддержите нас, пожалуйста, лайками своими. Всем спасибо большое за просмотр. Мы вас всех очень любим.
вы помните, что вы у нас лучшие. Лучшие.